В этом году международный этап программы «Одиссея разума» прошел необычно, в режиме онлайн. Наш университет дал возможность проявить себя 8 командам из Челябинской области, 7 из которых попали в топ-19. На самом деле результаты, они тоже впечатляют, потому что, ну, учитывая, что команд было 843, то есть конкуренция реально очень жесткая, причем на мировом финале уровень команд таков, что... Вот соседние места, они отличаются не десятком баллов даже, они могут отличаться 1,5 баллами. То есть вот ты проиграл 1,5 балла из 350, и ты занимаешь уже другое место. Так вот, наши команды все, во-первых, все 8, они в 20-ке. Это уже очень круто, да? Лучший результат показала команда детского дома школы из Бакала. Они заняли 2-е место и стали серебряными чемпионами мира. Мы тренируем эту замечательную команду. Мы победили, и это круто. Вот она, наша звездная минута. Ребята молодцы, здорово играли. И нас порою просто удивляли. Сколько фантазий, свежих идей. Как трансформировались в разных людей. А как спонтанку сыграли? Мы удивились. А откуда у них такие ответы родились? Мы смеялись и переживали. Мы все родными и близкими стали. И жалко нам очень. Сезон ведь окончен. Все лето я буду глух и нем. Мы ждем с нетерпением новых проблем. Еще одна команда, показавшая отличный результат. 5-е место. Образовательный центр «Истоки». Тренер команды Александра Князева рассказала, что конкуренция была очень высокой, зато одиссейский дух ощущался даже через экран. Когда мы узнали о том, что мировой финал пройдет в онлайн-формате, у нас не было никаких сомнений, что мы будем участвовать. Хотя на деле это оказалось не так просто, ведь нужно было не только загрузить видео со своим выступлением, но и правильно перевести сценарий, грамотно оформить документы и поучаствовать в новом формате спонтанной проблемы. Были и свои трудности. Например, спонтанная проблема была тяжелее обычного, так как нужно было разработать стратегию нового формата решения такой проблемы, где необходимо классифицировать все ответы от наиболее творческих к простым. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место, получат кубки. Организаторы вышлют их по почте.